Эх, видно, сюда заходили, как называют, ПВПшники, да? Зацени. Обожаю этих ПВПшников, особенно когда нормальный крафт идет. Они вообще ничего сделать не могут. Посмотрели, что нормальный крафт, сказали, а, не, сервер говно. И убежали. Интересно, это те, сколько там, 5 человек заходило одновременно. Клан, наверное, скорее всего. 2 часа. 2,5 часа он тут потусовал и свалил отсюда. Наверное, это они и были. Поставили верстачок такие, хоп, обосрались и все. Счастливы и довольны, свалили. Здесь я могу предположить, человек зашел и думал, да будет до хрена ресурсов и поставил столько печек. Кстати, печка на лед ставится. Чё? Опа-на! Ля, если бы я знал, я бы на лед поставил печку. Я думал, они на лед не ставятся. Серьезно, что ли? Да, смотри, у него печка на льду. Ну, ёшкин кот. Вот это вот место самое лучшее для стройки. Видишь, здесь такой порожек. То есть, на таком расстоянии, показать, вот на таком. Короче, вот на таком расстоянии можно смело. Лепить неплохую, так сказать, базу. Чего они, блядь, бараны с камня строят? Замки не ставят. Тут гантрап должен был стоять. Вот так вот нычки, по идее, делают у них в курсе смолстэша. Вот такой вот пол. В этом полу смолстэша много, как правило. О, нет. А, ну, похер. И тут он родил кибитку себе начать строить, да? Ну тут шкаф, это понятно. Ну ладно, он такое количество печек воткнул. Убрать-то их нельзя. Хотя, может, их и мунуть можно. Ну тут, блин, понятно этот. Вот здесь он живет. Как говорится, можно тоже будет порейдить. Вон там еще какое-то строение. Да хрена строение, кстати. Никто даже никого особенно не рейдит, не перестреливается. Ух ты, ё, какая лепота. А я не знаю, спорить не буду, но похоже здесь зарейжено. Или чувак просто не закончил. Но если так уж посмотреть, друзья, не, походу его все-таки зарейдили, все-таки тут рейдит кто-то что-то. Он, вероятно, затупил и поставил обычные двери.
Ну, либо не... Не, ну хотя я сомневаюсь, что он бы не доделал. Двери-то здесь даются сразу. И нету их как-то странно очень. Это место интересное. Почему здесь лестница? Погоди-ка. Ага. А, ну вот оно, понял я. Может, там что-то не ставился, какой-то блок, он поставил лестницу, чтобы он ставился. Домик интересный. Здесь перестреливаться было бы прикольно. Тут такой толпе встал и перестреливайся. Народ-то думает, что здесь ресурсы будут до хера. А смотри, здесь даже замков не стоит. Ох, ёпта. Ни хрена он тут решил за бульбенить, смотри-ка. Подвальчик еще один. Слушай, что, реально все поголовно с Ютуба берут пример, что, блядь, надо подвалы строить? Вы че, ебанулись корень, что ли? Прошу прощения, но я что-то не понимаю, кажется. И нахрен подвала. Забудьте вы про эти подвалы, про них уже, походу, если даже я узнал, то знают точно все. О, у него боксы красивые. А, ну больше ничего не надо, он патроши взял уже. Уже хорошо. Такой сервер чисто и пофаниться, и построить можно. Он решил не строить, я вот не могу понять. Строй не хочу. Здесь есть парочка, конечно, интересных строений. Но люди, видимо, привыкли к инстанкрафту. Ну и зато постоянно онлайн. 3-5 человек есть хотя бы, а не 0. Я что-то не помню, кто-то бегает, что ли? Здесь еще кто-то РТ лутает. Вроде никого нет. Нет, сервер ПВПшный, друзья мои. ПВПшный. Он только что чувака убил. Ради прикола посмотреть, ПВП или ПВЕ. Не, ПВП. Никакого ПВЕ нету. Я жрать хочу. Ну чё, человеченки поедим? Давно этим не занимался, признаюсь. Ого! То есть я ему с бура в голову простукал, и смотри, как сразу хп-то упало. У Васки. Ого! Это любопытно. Ладно, давай костерчики хоть пожарить приготовлю, то как-то все печально. Позанимаемся каннибализмом. Ну слушай, даже не знаю. Очень много воды забирает. Не, мне такое не канает. Это слишком, блядь, дорогое удовольствие. Столько воды забрать. Лучше пока шприцами попользуюсь, но с водой я хотя бы бегать смогу. И не дай бог вода кончится, вот тогда будет жопа. Складывается впечатление, что здесь реально все думают, что здесь ПВЕ. Та-та-та-та.
Интересно, кстати, построена литовая. Там вон какая-то будка есть. Блин, а тут отстрел все ж скивился какой-никакой. Кабан, я чуть не усрался. А он же что-то посерьезнее, да? Блять, железо, ну ёп. А потолком ВКшный, да? Я, может, тоже железный. Ну, пойдем сейчас посмотрим, что это за хрень. Что-то эти вот забудочки такие. Вот это вот интересно. Еще серка есть. Это за 2 часа уже не означает 23 серы нафармил. Я просто бегаю, просматриваю свои цели, которые можно повзрывать. Говоря, немного удивляюсь даже этому. Так, а тут у нас вот такие кибиточки. А это, как правило, кибиточки и ВПшников имеются. Да? Это у нас, друзья мои, ПВПшники. 2 кибиточки, это... 2 человечка, видимо, живут. Один в одной, другой в другой. А, тут зарыжено, кстати. А, так тут магазин, слушай. Угу. Прикольненько. Ладно, пойду-ка я тот домик засмотрю сейчас. Ну, да, тоже напоминает заряженное, потому что так стенку без фундамента ты хрен поставишь. Но тут снесли, походу, с фундаментами аж. Оно при том-то не гниет еще. Ну, да. По фундикам прошлись, я смотрю. Странно как-то. Жесткий рейдит здесь, рейдит. Я уже так минут, наверное, 20 развлекаюсь. Нифига его не убить, блин. Обидно. Кстати, давай покажу деревеньку. Неплохую тут отстроили, кстати, ребята. Он в цене. Дверь закрыта. Где-то здесь двери открыты, где-то закрыты. Очень интересно, кстати. Так, дай-ка я посмотрю. Печку решил. Серьезно? Лады. Так. И у меня тут сохраняется, кстати, он 80 FPS стабильно. Ну, бля, я хер его знает. Это значит, фантастик глючит. Давай-ка тут пробежимся повнимательнее, посмотрим. Если здесь вообще чем-нибудь заняться. Понятно все. Замки на двери. Нафига, да?
Ладно. Я даже сейчас не знаю, о чем подумать. Знаете, что за хрень вообще? ВК-шный деревянный хрен пойми что. Какая милота. Да, день открытых дверей у меня прям. Двери тут держат открытыми, чтобы их не взрывали или чё? Вот это вот я вообще юмора не понял. Здесь тоже двери даже не закрывают, да? Не, я в вахтинге просто. Вот здесь вот гантрап ставят, как правило, кому интересно. То есть бой я тут один готовился, а так он, в принципе, и не нужен. О. Так, а где тут, блин, выход? Очень интересно. А, да, вспомнил. Хитрые такие строения. Ладно, пошли дальше посмотрим. Здесь островок целый. Кролик вроде не вижу. Тоже не закрыто. Вообще обалдеть. Ага, тут крышу пока не сломаешь, не пролезешь. Я понял. Это я уже встречал такое давным-давно. Получается, только пару маленьких будок можно взорвать, да? Здесь вообще дверей нету. А, даже один запертый домик есть. Да вы что, издеваетесь? Почему это вдруг? Подозрительно. Так, а здесь, судя по всему, что-то-то было. Двери, вероятно, здесь были, их просто вынесли. А, здесь даже не улучшены проемы. Не. Понятно все. Опа-на. А что это у нас здесь за красавица? Какая няшная, смотри. Ракетница. А вот это уже меня интригует побольше. Блять, не та вода. Понятно, в общем-то. Здесь есть что попутешествовать, но домов-то не так много нормальных. Но чувствую, надо будет брать сишки. Так. Пока 6 часов утра. Значит, надо посмотреть, до скольки здесь
онлайн, во сколько начинается. Мне сейчас отъезжать надо. Я еще хочу, кстати, вот побегал сколько, ну, часа 2-2,5. 40 тысяч набрал. Это я не за серой бежал, это я бегаю, дома просматриваю. Кстати говоря, так что... Так, увижу серу, покопаю. 40 тысяч так. В легкую с руки я что-то не ожидал набить, если честно. Хотя, вспоминая официалку, я прекрасно знаю, что там никогда не было проблем с серой. И можно было нафармить довольно-таки больших количеств, особенно если в клане играешь. Ну, это я остров оббежал по кругу, мне вон то здание еще интересует. Ну да, тут есть вон тот домик, можно пойти посмотреть. Человек вроде как разбирается. Я ж по фундаментам бегу. Так, вот я тут не понял, что это за будочка такая, кстати. Напоминает хорошую нычечку. Ни дверей, ни окон. Вероятно, нычка чья-то. Привет. Вот патроны у него уже кто-то скоммуниздил. Это был точно не я. Хотя... Нет, я здесь еще не был. И... Да, смотри, как маска проседает. Писец. Очуметь можно. Что у нас здесь такое? Ну, пару домиков-то есть. Порейдить, поэкспериментировать. Народ любит быстрый рейд, я понял этот бред. Просто фееричный бред. Ну, хотя, да, здесь бы админу следовало сделать, чтобы на РТ был повышенный лут. Ну, здесь дверь заперта. Круто очень. А, дверь заперта. Надо все закрыть. Да ёпта. Ненавижу, когда игра так делает. А где здесь дверь? Ну, ладно. Пусть чувак развлекается. Паши, смотрю, есть. У него пулик кончился. А что он им, простите, делал? Угу. Значит, у него были разрывные. Да? Разрывные у тебя были, друг ты мой. Я сомневаюсь, что у него пулик бы кончился просто так. Обычными патронами. Я извиняюсь, вы усретесь его в ноль усугублять. Просто реально усретесь, это нереально. Так, тут у нас еще что-то есть. Тут кругом что-то есть. Ну ладно, цели я выберу. Не знаю, до полтинника, наверное, беру. Ну, всего 100 тысяч надо. Серый я посчитал. На весь порох, который я сделал. Нужно делать сишек. Я тут сишками пойду рейдить. Пока никого нет, так быстрее будет. Так, здесь у нас все открыто, да? Хорошо, закроем. Почему я не могу замок поставить? Погоди, если шкаф не мой, не могу. Сюда.
Ага. Это интересно. Ого, там что-то еще есть. Понятно. Хотя не очень. Это же, блядь, не PvE сервер. Чтобы народ был такой безответственный. Ну ладно. А да мне на такой сервак с самого начала заселяться. Сайхопью. Не научится двери закрывать и молиться перед сном, блядь. Угу. Закрыто. Там у нас что? Открыто. Ладно. Так, вот эту вот хрень. Что, мне кажется, уже был. Не был. Ну ладно, посмотрим, что, друзья мои, пора идти. Я пока тогда на паузу сейчас добегу до базы. Надо валивать. Ну вот кратце, если быть так вот где-то за 2,5 часа, ненавязчиво, 41 тысячу набрал. Блин, если чисто за серый бежал, ну я думаю... Я не помню, но вроде 1020-30 за час собирал раньше на официалке. Я это сейчас не скажу вам. Что там, чё... Ну как повезет, как расположение камней было. Раньше-то процедурки не было. Но ресурсов было гораздо больше, то есть они попроще находились. А сейчас карты под 6 тысяч, я смотрел, барон. Там, я извиняюсь за выражение, охуеешь бегать, чтобы эти камни серные найти. Они же раскиданы. Я не знаю, как. Проще бегать, собирать, которые на полу лежат. И то быстрее будет. Я вот думаю, попробовать на своей базе тоже построить подобную херню. О, блин, чуваки прикалываются. Значит, они не достроили. Хотя могли бы нормальную вышку построить, если честно. Ну, блин, да, слушай, она, блядь, крупная будет. Если правильно заделать фундаменты... Ха-ха. Нет, ты прикинь, тут правильно заделать фундамент, где-то число 4 еще заебенить. Это ж пиздец, здание хуй зарыдешь. Это точно уже. Слушайте, я не знаю. Может, разработчики раз-то приколисты? Пиздец. Я на бегу стреляю, попадаю, прикинь. Ты гонишь. Вот как меня убивали, понятно. Ну давай еще и прологни. Чему рогатая, блин. Который раз уже патроны заканчиваются. Это херово, у меня охота. Я тут решил охотой позаниматься. А то мне пишут то, что серу в этом пустыне искать надо. Ни хера я в пустыне не нашел. Я насобирал, пока сюда бежал. Чисто по приколу прибежал посмотреть. Блин.
Пошел, надо будет шайбу ему делать. Я бегаю по животинке, тренируюсь стрелять без прицеливания, кому интересно. Выходит довольно-таки не кисло. Слушайте, ребят, может насчет пустыни немножечко вранье было по поводу серы. Вот кабанов, медведей, оленей здесь, я извиняюсь, выражение фигово-тонно. Стадами бегают, блин, да стойте. Один там. Ну, мимо меня 17 штук примерно пробежало. Ну, десятка точно была. В общем, у меня тут охота хорошая получается. Правда, серые я тут не камушка не нашел. Раньше которые валяются. Так что насчет серы сомневаюсь, что здесь найти можно. Животины-то сколько? Раз, два, три. Слушайте, с пустыней явно что-то не то.